Хорошо. 9, 10. Девять. Кек almost. О, господи. Вот теперь прошло, видимо, да? Или что-то другое уже пошло. А, резончик. Спасибо огромное за другой резончик. Который мне нравится. Покупите комиссию. Тара дошел. Ну вот, видимо, так долго шел. Сегодня пробки. Пропускная способность сегодня уменьшилась, видимо. Вот тебе даже брать-то, по идее, не стоит. Дора. Кстати, по-моему, не Дора. Может быть, даже это не Дора. Возможно. Правда, не факт, что это будет лучше, чем не Дора. Тоже другой вопрос. Так, довольно много денег. Может быть, даже что-нибудь смогу купить. О! Тогда тем более смогу купить, возможно. Просто очередь на овердроч мешает всем это да. Наверное, это все поломало. В принципе, тоже. Не вздумай сожрать! Это для меня! А вот реально прошло. Почекал Дана. Почекал Дана! Жесть! Спасибо большое за 10 рублей, бутерброд. Проверили, проверили. Работает. Спустя полчаса оно дошло. Все исправно. Вот мы все и узнали. Не сразу, но узнали. Команда RIP. О, блядь, тут и ресток, и ПХД. Ну, мне кажется, мне пох на ПХД, честно говоря. Прямо пох на ПХД. Long, long time. Ну-ка. Ну, будет фолн. Ну, с ножом, я думаю, фолн я смогу зарубить, если что, правильно. Я не боюсь ваших фолнов. It's like she's fucking fine! Прорвало. Спасибо еще за 100 резончик. Прорвались. 5000 просмотров. Просто хайп. Люди любят смерть. Что поделаешь? Хайп на смерти реально. И что, все, теперь оно опять не играет? А, не, оно играет. Егор Крид, все песни самые популярные. Ага. Понял, ну ладно. Я вас понял. И даже неправильная версия. The lovers. Нет, нет опции, чтобы знать, чтобы отменить. Пока все еще такого нету. А. Да, это конечно музыка, да. Вот эта музыка сильная. Реп. Это называется реп? Вот это? Я бы это назвал креп скорее, а не реп. Ну да ладно. Но может вам виднее, конечно.
Трип. Треп. У меня не лагает стрим, может лагать, наверное, но у меня ничего не лагает. У меня игра типа нормально идет. У меня ОБС бывало лагал почему-то. Вроде сейчас этого не вижу ничего, вроде не должно лагать по идее. Вроде лагать не должно. Все, залучил. Так, мы идем на Лэмбо, да, здесь. Вот в чисте была комната с Георги, там пролагала. Не знаю, я не видел. Я не ощущаю этих лагов. Может, тебя просто лагает стрим. Range up. Такое тоже бывает. Вот. Долетело. Мешки. Реально прокнуло. Вау. Блять, еще имперор. Бля. Я все еще не уверен, что хуликарты лучше, чем имперор. Ну, по крайней мере, типа в ранах на Лэмбо или там на Блюбэбе. На мате, думаю, точно лучше хуликарта. Там даже легкие в конце. Ну, типа, ёбаную дарпуму скипать. Вроде так-то неплохо звучит. Блин, сложно пиздец просто. Ну, просто эта карта нужна именно на конец рана, а хуликарта сейчас нужна, может быть. В этом вся беда. В этом вся проблема. Если это было бы где-нибудь в Шеоле, там вопросов бы не было. Даже, может быть, на Умби 2, если было бы. Да не, у меня денег столько нет. На что я буду брать? Я куп... Сейчас потащу 15 копеек, у меня будет 6, а там будет айтем стоить дороже намного. Смысл. Там это уже нихера не получится. Так ничего не сработает. Рейд. Да я лихо обошел. Знаешь, почему проклял? Потому что музыка животворящая, это факт. Это наверняка. Аплодисменты, конечно, просто охуительно. А к чему они? К этой песне? Типа, нихуя, братан, охуенная песня, да? Надо попохлопать надо. Как нашел нож, я нашел Джокер карту. Там был нож на сделке. Тю-тю-тю-тю-тю-тю, ебучий кратопоезд. Страшно.
Так, а чё, а где? This. Угу. А деньги-то я нашел. Смотрите-ка. Деньги-то нашлись. Так, вообще я могу Emperor нажать на Curse Room тогда. Если я с собой заберу холикарту. Ну, типа дальше смысла мало. Все-таки я думаю, настолько деньги я не хочу всирать. Изи. Еще деньги. Денежный раунд. Так, собираем то Emperor. Летаем с Curse Room. И забираем холикарту. Сложные маневры. Очень сложные маневры. Будут двойные пауки. Тоже может поможет каким-то образом. Больше пауков. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Так. Качанная песня любви. Да, с такими песнями, конечно. Только качественная любовь. Почему гапи редко падают? А чего? Если ты про гапи, здесь в принципе частей гапи двух или трех нет. У этого персонажа. Вообще нет. Они типа у него вырезаны. Ебать. Опять думал, что будет фрейл, здесь опять пин. Страшно. Как же я боюсь всех ебаных челленджевым, честно говоря. Самое, блин, мерзкое, типа, здесь, типа, обосраться на этой черен-шуме, что это просто вейст, по сути. Типа, это экс-рума, который ты прошел, типа, ради какого-нибудь говна этому. Просрал мантию и вдох потом из-за этого. Я так и понял, что в Альтрауте типа Дампура самые опасные враги — это мелкие серые глисты, их на фоне этажа вообще не видно, это правда. Я тоже их не вижу сейчас, особенно на босс-файтах. Там дюк, который ими срет. У него они посмертные после дождика, вообще их хуй увидишь там. Как этот мантию не въебал, я не знаю, это просто, блядь, чё душа мантию не въебал, это ёбаное чудо. Это просто блядское нахуй чудо. Не иначе, тут сейчас не проебал мантию. Просто нереально. Просто анреально. Нормально. Это хорошо. Опять где-то в жопе айтем-рума. Пошли походим. Хаос, не хочу хаос. У меня, конечно, уже есть бланк-карта ножих. Поликарта, но чё-то, блядь, всего не хочу. Был бы Steam Sale хотя бы. Вот так я, типа, всего нихуя не куплю особо. Там же пиздец, цены же быстро растут. Метка унылая. It's like she's fucking five! Аноним, спасибо за 100 рублей. Мне кажется, пахнет аниме. Я прям чувствую. Правда, мы это не скоро узнаем. Наверное. Пока этот... Егорка, он... пропоется. Ну
addicted. Куда пахнет говном? Куда, возможно, нужно смывать аэро? Кек W. Или этим пользоваться. Освежителем воздуха. Тоже может помочь. Блин, денег, конечно, пиздос. Просто пиздос денег. Но... Запах фантомный. В принципе, такое тоже возможно. Блин, хаос. Ну я ж пожалею об этом по-любому опять. Опять какая-то хуйня будет с ним ебаным хаосом этого стя. Его эти беттерпулы нихуя на хаос как-то, по-моему, не функционируют. Нормально. ВР-ВР-10. The Hierophant. Просто я могу купить много айтемов. Ну, ладно, не очень много. Какое я там могу купить количество этому? Ладно. Надеюсь, мне этого хуй. У меня типа бейс дэмэдж нож, но холи карта и бланк карта. По-моему, не успел. Ебать, еще одна холи карта. Это, кстати, лучше, чем пауки. Это лучше, чем пауки. Это я брать... На самом-то деле даже, наверное, да, тем более на хаос. Как же мне похуй на стрик. Бланка? Да нахуй эта бланка нужна? Так и так выиграем. Бланк это для слабых. Это тоже лучше. Ладно, конечно, очень большие надежды возлагаю на Crack the Sky. О, слишком большие, наверное. Все же. Посмотрим. Что играет? Ничего не играет. Тут ничего не играет вообще. Офигеть. Найс. Это ж чудовищно опять просто. Ты опять тыкву куда? Это какой-нибудь рип. Главное не поинти рип. Как говорится. Еще деньги. Так, мне нужен магаз прям, пацаны, хоть как. Магаз прям нужен явно на Депс 2, окей? Денег просто, ну, жесть. Насыпали. Пока.
Бля, сука, lost trinkets. Ладно, там один маг остался. Фух. Забей. Вот бац. Кстати, это был один из самых хуёвых боссов, который можно типа раздипить. Один из самых хуёвых. Грида не хочу, грида... Да нет, честно говоря, я уже его видел. Не хочу, наверное. Скорее всего, нет. А супер грида? Я даже ультра грида не особо хочу. Скажу вам по секрету. Я хочу магазин. Далее игра меня это за отвагу вознаграждает. Дала вон тринкет на лоста. Может реально мне хули карта не... Ой, хули карта, в смысле, мне бланк карта не особо и нужна. Похуй. Я был прав. Отважный мув, и все хорошо пошло. Нога не, сюжетные боссы не диблятся. Сюжетные боссы остаются как есть. Классный пингфайр. Очень осмысленный. Хашу, я уже говорил, я не делаю раны к хашу. Почему лопата не работает? Потому что у меня что? Правильно, кар батарея. Поэтому... Это скип бомба 2. Если бы это был бы скип шевела, я бы, наверное, подумал. Типа бомба 2 скипать, мне как-то похуй, по-моему. Я могу это и не скипать. Ah, because I have car battery, it doesn't work. It's broken with car battery. Can't make a crawl space with car battery. Бедность. О! А! О! Буква О. Буква Д дюкошная. Это просто до хера дамага на нож, правильно? Правда, что хуёво, это... Минус тирет, но это очень много дэмэджа. Так, батя точно, мультики точно. Ключ. Ключ. Просто нажать один раз. Короче, очень нет тирейта, но очень много дэмэджа. Ну, в принципе, и плевать. Не успел на бусраж, особо и не спешил. Ага. То есть я не хочу брать эту хуйню. Что-нибудь поломает нужное. Вау. Блять, псина! Ох, серьезно, ебучая псина на первом ебаном слоте. Просто иди нахуй. Какая нахуй псина? Что-то загорелось. А! Я почти испугался. Помнишь, там, вроде там же был вроде призончик, ой, нахуй. Горилась и нормальная песня, такого быть не может. Я испугался. На секунду врать не буду. Все хорошо. У Егора нет, тоже не Егора. Тоже другое пошло. Долбоёб. Ну вот нет тиры там. Это реально проблема небольшая, что нет терзы вообще никакой. Немного печально.
Надо сфокусироваться. Надо сфокусироваться, потому что да, потому что какие-то он. Энерджайзеры бегают быстро, я что-то не такой быстрый, особенно с тиррейтом таким. Вообще не такой быстрый. Кто это будет? Ладно. Okay, это был последний босс. Вау, ну и говнище. Ну и, окей, okay, это хорошо. Это хорошо, это дает карты. Это дает карты. Не, рейндж больше, блядь, на этом пункте риби, чем нахуй на... На всем остальном. Так, это хорошо. I found pills. Кроме есть мантия и ванап, правильно. Пока все нормально. А, это в Dark Room, наверное, будет маппинг. Это я не хочу брать на ласта. Спасибо. Ебучая планета, не надо. Ера, Ансус. Так, если будет... Подожди. Если будет холи карта, я ее, наверное, задиплю. Примерно вроде однохерсина. И так идти в большую руму. It's like she's fucking five. Сделал... Еврейская лобби. Обрезы на стол. Спасибо, Гордик, за 100 рублей. И не поставил. Вот. Не поставилось. Таблетки есть, уже не хочу. Ой, бля. Люблю эти блох на нож. Просто обожаю. Все, пошло аниме. Lucky Food? Вообще да. Но, блять, там телепил все еще может быть. Вот еще минус. Да, ему вон Makes it larger, может быть, сука. Галп, окей. Окей, это хорошо. Я могу еще брать два тринкета. Это прикольно. И это прикольно. Плюс сделки не было. Так. Ладно, холи карту не дали, значит идем просто вниз. Исан карта будет, видимо, над Даркрумом. Все вроде логично. Шина вверх. Блять. Знаете что? Хотя ладно, блин, никто не подходит. Ну, вообще, наверное, да. Это вроде оно. Яйкс. Какая забавная рума. Какая мега забавная рума. У меня еще ванап есть. У меня еще ванап есть. Надо помнить. Я еще пока не при смерти. Портал взять. Это правда тоже на самом деле. Это ж плюс сайт. Правда, он, блядь, он хуйню ворует. Я могу нечаянно въебачить с холи карты из-за этого, из-за этой хуеты. Надеюсь, этого не произойдет. Он просто ворует дропы. Пикапы ворует. Жесть.
компьютер комната ебаная, просто боль для Телтеласта. Просто ебейшая боль. Спел. Какая нахуй не мать. Ебаная Даркома, блять, худшая цель для Телустрика, по-моему. Да не, Шео не опасен, просто. И в Шео, и в Даркруме просто ужасные румы. У меня еще есть одна жизнь, наверное. Я съел тринкет миссинг постера. Я пока еще не в опасности еще. Но пока нет в этом смысла. Пока еще живем. Долетел. Мерзкая музыка. Стрэнг такая. Прикольно. Ебать, это был близко. Жизнь у меня постер. Тринкет. Тринкет. Так, заебись, все. У меня, по крайней мере, будет точно маппинг. Как минимум. Не слышу, ну, блядь. Вот такие песни, заказывай, блядь, глухие. Я их не лень постоянно громко сменять. Прибавил. The sun. Потрясающе. Ладно, умираем, жмем генезис. В таком порядке. Надеюсь, я успею это сделать. Ну, вроде должен успеть. Где-то довольно короткий, там большие румы есть непонятные. Что-то большие румы. Император? Не факт. Серьезно? Где? Брось каку. Каку бросил. Плохая рума. Holy card. Найс. Гениальная рума, просто пиздец. Блять. Ой, ты уёбище ебаное, господи, ёб твою мать. Ладно, похуй. Ладно, похуй. Тут мне ничего не надо. Так, у меня билд-то будет, нет? Это заберу. Это заберу. Это заберу. Это заберу. Это заберу. Это тоже заберу. Блять, это может пригодиться каким-то. Окей. Отдай, идите нахуй свои феромоны, какие феромоны. Это заберу. Это заберу. Не то взял, наверное, ну похуй, наверное. Это заберу. Я, может быть, зря. Выфажено. Ладно, плевать.
Один хер, дэмэдж тирейт. Не сдохну. Это возьму, это возьму. Ладно. Это плюс билд, это не минус билд. Все нормально. Куда я пошел? Пошел, очевидно, выебываться. Ну-ка. Смешной ран. Смешной. Ну, рума реально просто говна. И с этим, как вообще проходить? Типа, просто миллиард пауков на миллиард бомб. Что это? Что это? Как это нахуй доджить? Что это за пиздец? Кто эту хуйню придумал? Просто ебаное безумие. Просто миллион бомб. ГГ. 10. Ладно, уже хоть что-то. Уже хоть что-то. Хотя бы 10.